Химках отметили лучших сотрудников по управлению имуществом. В торжественной обстановке первый заместитель главы городского округа Дмитрий Кайгородов поблагодарил специалистов за добросовестный труд и высокий профессионализм в работе. Сегодня день у нас достаточно торжественный для вас, ну для нас в том числе. Министр имущественных отношений Владислав Коган за действительно качественную и плодотворную работу выделил ряд специалистов нашего комитета по управлению имуществом. Почетные грамоты получили Елена Пушкина, Надежда Филиппова и Юлия Шумакова. Все они работают в комитете больше 5, а то и 10 лет.